Всем привет, с вами я, Вадим Сена, игра Days Gone, жизнь после. И у нас есть новое задание, там надо помочь нашему бухарю. В общем, если что, я здесь. Найти надо собаку. Ну и пока светло, пока темнота не настала, мы сейчас съездим за собакой. Думаю, тут не так уж и далеко. Рики, привет. Ладно, заеду, конец связи. Только чуть-чуть позже. Давно тут засели, а? Нападаете на мирных людей, которые ходят за припасами. Кто там еще? Больше никого. Так, создаем. Где бы я жил, будь я собакой. Имбинт. Бомба с датчиком. Ком камень, дымовая бомба, два граната. Ну все, в общем-то. Светос. Собака, ну, думаю, тут где-то. Не идет. Закрыто. Отметина от зубов. Ага, кто-то близ. Есть тут собака, явно. Там нет, значит, сюда на выход.
бы это? А, это коробка собачьего корма. Отлично. И как нам сюда попасть? Собака, иди сюда. Эй, дружок. Привет. Как поживаешь? Иди сюда. Эй, дружок. Привет. Иди сюда. Вот так. Привет. Давай, иди сюда. Иди. Ладно, ладно, ладно. Охренеть. Хватит, хватит, хватит. Ладно. Будь по-твоему. Ладно. Пошли уже. Тоже темнеет. Закат. Шакалы довольно трусливые, предпочитают легкую наживу. Они не склонны нападать первыми, но могут атаковать. О, спит. Эй! А ну давай, просыпайся, лентяй. Я что-то не понял. Это что? Черт. Ух ты. Привет. Как дела, малыш? Эй, куда? Ну куда? Погоди, погоди. Откуда ты взялся? Я ни при чем. Да-да-да. Эй, ты пить хочешь? Давай. Нальем тебе воды. Хочешь водички? И закрылся. Будь по-твоему. Отлично. Но уже начинает темнеть, так что можем. Дик, ты меня слышишь? Надо встретиться. Шиза. Слышу, да. Чего тебе надо? Я занят. Слушай. Я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Помочь он хочет. Ну смотри мне. Эй, Дикон. Бас, как дела? Сейчас все будет. Буду здесь, если понадоблюсь. Хорошо, только сейчас. Еще увидимся. Мы сейчас дадим вот эту штуку. А, Дикон Сент-Джо. Как оно, Джо? Тут немало ушей. Отлично. Пока все. Да. До скорого. 300. Дик. Давно. О, боже, Дикон. Я слышала, что это ты включил освещение. Но... О, спасибо. Да? Ну так тебе набрали. Это все. Второго уровня, да? Третий, четвертый. Я готова ее расцеловать. Только не говори бы. Против М14, да? Урона больше, дальность, точность, темп стрельбы,
проникать способность. Это у тебя сейчас есть? Тут урон больше. Тут меньше урон, чем то, что был. Но точность лучше, темп стрельбы больше. Останавливающее действие меньше. Магазин на 15. Ушел в себя? Темп стрельбы. Да уж. Коротыш. Магазин на 5 патронов. Это, конечно, не очень. Да все не очень, честно говоря. Точность вообще, дальность тоже. Точность и темп стрельбы, дальность тоже чуть хуже, чем это. Блин. Ну, значит, по совку. Ага, ладно. Помнить. Ну, вот Шенни Джинни. Пожалуйста. Вот так. Да. Ага, хорошо. Ну, все, в общем-то. Ясно. 200. Уже заходи ночь. Почаще. Сейчас мы сделаем маленькую модификацию. Бас, как жизнь в лагере? Вот. Что еще предложить? Подвеску. 1500. Колеса. 1800. 400, блин, я вывел. В общем, закись азота. Вот хорошая, прочная вещь. Теперь твой байк выглядит классно. Прослужит долго. Все. Краска. Детали, краска, рама, наклейки. Что еще предложить? Белый тигр у нас будет. Вот хорошая, прочная вещь. Всем. Хорошо. Так, до встречи, Рейки.
Ну что ж, увидимся в следующей серии. С вами был Вадим Сенов. До скорого. Всем удачи. Всем пока.